Могу сказать, что сейчас регулярные войска в Украине, им даже шевелиться не дают. Потому что если они пошевелятся, регулярные войска, вот это то, что гвардия там, это не армия. А регулярные войска все стоят. И поэтому они пошевелятся, это будет провокация. Тогда уже возможно взаимоотношения нас с Украиной. Этого ничего не надо делать. Любая эскалация, она к хорошему не приведет. Надо все тушить, тушить аккуратно. Плохо, что закрывают, конечно, в Украине информативные каналы, это ужасно. Плохо, что арестовывают наших корреспондентов. Я не представляю, что это такое делается. Это кошмар. Но дело в том, что, еще раз говорю, там такое многовластие, что там никто ни за что практически не отвечает. И вот эти войска, которые воюют против ополченцев, они проигрывают сильно уже. Они с самого начала проигрывали. А теперь ополченцы укрепились. Потому что солдаты переходят. В самом деле солдаты переходят. Перебегают мальчишки, которых должны там призвать. Им дают оружие, потому что оно есть. Я думаю, что все-таки эту гвардию все придушат помаленьку. Своими силами.